предложение только сегодняшнего дня в честь дня рождения любимого телеканала Shopping Show. Это роскошь натуральных материалов и сапоги первой леди. Это жардин. Тем более, что элегантный, красивый образ, даже когда в минус 25, благодаря овечьей шерсти мериноса. Дорогие коллекции сегодня для вас. Немецкая обувь и, конечно, лучшее. Внимание, бесплатная доставка. Раз. Цена не 12, а 6 999 тысяч, и при этом серебряная цепь 925-й пробы, бродирование, якорного плетения в подарок. Никола Комендров и подсаженный яркий звездный любимый стилист представляет эту коллекцию. Да, но все коллекции нужно представлять и даст цвет. У нас с вами богатый серый цвет, у нас с вами богатый черный цвет, коричневый и светло-коричневый. Обожаю. Рыжий, кстати, будет в заказе. Серый, черный, коричневый, рыжий. У нас с вами размерная линейка от 36 по 42. Кстати, 42 редчайшие модели именно обуви, поэтому здесь у нас сегодня есть большая выгода. Выбираем четко размер в размер, потому что история идет о глобальном концерне с 25, уже даже 26-летним существованием, стажем. Это бренда Вилмор и вторая линейка Кюмфо. Кюмфо только натуральная кожа, только премиальные ткани. И здесь используется шерсть мериноса. Минус 25, минус 30 градусов. Коллекция, представляете, лимитированная коллекция, натуральные материалы, разработка немецкой дизайн-студии только для нашего телеканала Shopping Show в честь дня рождения, любимый телеканал. И, конечно же, вот знаете, премиальное качество, я честно скажу, когда я надеваю дорогую обувь, мне сразу спина прямая. Да. Мне сразу, понимаешь, вот такой шарм, энергия успеха появляется. Знаете, даже это если... другое совсем. Свои, да? Уберу сейчас. Вот скажи, мне такое туфли. Ощущение. Итак, Микол, вот скажи, пожалуйста, натуральные материалы, помимо вот такой крутости, когда ты их надеваешь, что это, в чем еще плюс? Ну, во-первых, натуральные материалы, их всегда видно. То есть люди на да. вас смотрят, они и сразу понимают, что сколько у вас стоит, да? приблизительно обувь где-то за десятку, потому что они видят натуральную кожу. Здесь у нас с вами натуральная кожа, технология среза спилка. И вот смотрите, такую фактуру и такой материал используют многие крупные дамы. Да? Наоми Кэмпбелл, Дженнифер Лопес, Николь Кидман, Кейт Миддлтон, Мелания Трамп. Да? То есть женщина первого эшелона, женщина творческих работ, супермодели, суперактрисы. Политики, я уверена, журналисты. Да. Себе могут такое позволить, потому что они носят бренды. А мы сегодня с вами тоже можем позволить да. бренд. Да, этот бренд стоит не так дорого, но он тоже является брендом. Его тоже в великие заслуги. Поэтому вы можете сегодня в рыжем цвете забрать, в темно-коричневом таком красивом, в черном цвете или в сером, и не бояться Слушай, загрязнения. Вот потому правда. Что наш с тобой сегодняшний эксперимент, тост с утра, да? как говорится, доказал то, что да. все Причем, можно. А мы знаем прекрасно, что вот такая вода, она окрашивает даже язык, когда ты пьешь вот да. эту газировку. А здесь, Микол, почему не остается разводов. Смотрите, между собой даже краска меняет цвет, она соединяется, а вот с фактурой кожи она не дружит. А почему? Потому что при изготовлении и дублении кожи используется у нас с вами технология жирования. Жируют ее не натуральным жиром, потому что натуральный жир, к сожалению, за счет соли и воды быстро утилизируется. Здесь используется специальный химический раствор на основе у нас карбона, брома и хрома. Этот элемент безопасен для организма человека, но при этом он идеален для этой кожи. Супер предложение. Я знаю, что вы мечтали о таких сапогах, и только сегодня, в день рождения, с элементами ручной работы, вы получаете для себя супер красивую коллекцию, еще и брендовую, еще и, представляете, вот эта авторская коллекция, как будто она шита именно для вас. Не устаю перед нотами кожи, обожаю их, самые дорогие, вы знаете, нишевые линейки духов, ароматы представлены именно с кожи. И, конечно, ну что говорить, ведь мы могли бы поставить цену намного дороже, как ставят магазины, как ставят бутики, шоурумы, причем, Микол, мы посмотрели примерно, да, тот же дизайн, 10, 12, 14 тысяч рублей, да. но не причем такие это, интересные. По факту это заслуженно. Длинные сапоги, 42 сантиметра, длина полностью с подошвой. У нас с вами составляет пару обуви. По идее, они заслуженно имеют 10 тысяч рублей цена, потому что натуральная кожа, здесь овечья шерсть, причем овечья шерсть категории «меринос». Используется. Здесь манка используется, дорогущая резина. Здесь девятая полнота. Здесь у нас с вами идут клапаны 10 сантиметров высоту для
расширение голенища, да, и подстройка под объемы, которая, кстати, составляет у нас в среднем растяжимость до 51 сантиметра. 35 сантиметров у нас с вами обхват зоны щиколотки. И, конечно же, у нас 16 сантиметров полуокружность в 10-й полноте. Знаете, как мне нравится, вот так они классно сидят на ножках. Рыжий цвет самый популярный у нас. Обращаю внимание, что многие заказывают по две пары. 37 размер уже закончился, торопитесь. Таких цен на дорогую премиальную коллекцию вы не найдете нигде. Причем Вилмар наш официальный партнер, поэтому мы сохраняем действительно демократичные цены. Шерсть мериноса, велюр, шикарный, все из натуральной кожи. И еще, кстати, Микол, я помню из детства, что выдерживала все, никогда не лопалась, даже -30, -35 мы были когда в Новосибирске, вот именно манка, подошва, которая на века, что называется. Да, это действительно так, потому что манка — это самое излюбленное полотно, но в последнее время манку стали часто подделывать. Ее фактуру прорисовывают дизайнеры на обычной резине, но при этом она не имеет отношения к манке никакого. Отличить ее можно с помощью того, что она имеет вот такой поблескивающий, даже немножко, знаете, как будто она состаренная элемент. Это как раз-таки говорит о том, что манка настоящая. Она похожа на парафин по своему внешнему виду. А по факту она гибкая, она пластичная. Обратите внимание, в заломах не остаются никакие повреждения ни в коже, ни в самой резине. Вот как раз-таки вы видите сейчас графику. Уникальные материалы, да, сплав, это термопластичная резина, ТПР и каучук. Это и есть сама манка, из чего состоит. И уникальный рельеф такой фактуры манки обеспечивает прилипание к ней. Ну, кстати, она, в принципе, оправдывает свое название. Уроните манную кашу на пол, да, а оттирать очень сложно полы. Вот то же самое и здесь. Она очень хорошо крепится на поверхность. Итак, дорогие, вы можете, кстати, приобрести вместе с нашими сапожками серый, рыжий, черный, коричневый, еще шубку Стейся, шубку Алла. И не забывайте, сегодня с бесплатной доставкой по лучшей цене менее 7000 рублей в честь дня рождения вы получаете серебряную цепь в подарок. Это лучший подарок и для нас, и, конечно же, для вас на десятилетие.